Участие в олимпиадах – отличная возможность проверить свои силы, а сегодня их проводят не только по школьным предметам. Новое популярное направление – программирование. Победителем именно такой международной олимпиады по скретч-программированию стал воспитанник канашского IT-клуба Дима Сергеев. Диме Сергееву всего 8 лет, но он очень серьезно относится ко всем своим увлечениям. Программированием увлекся совсем недавно и за новыми знаниями пришел в IT-клуб. Он очень хочет всегда что-то новое брать и все берет очень с большим энтузиазмом. Когда я ему предложила участвовать в конкурсе, он сразу же согласился, даже не раздумывая. Он говорит, да, конечно, я буду участвовать, все, будем готовиться. Для участия в олимпиаде Дима выбрал направление «Мой мир» и создал в программе Scratch мультфильм о своем лучшем друге – собаке Филе. Меня зовут Дима, мне 8 лет. У меня есть собака. Ее зовут Филя. Эта победа первая не только для Димы, но и для всего коллектива IT-клуба. И отличный стимул двигаться вперед. Когда я наткнулась в интернете на подобное, на эту олимпиаду, я решила, что стоит попробовать, потому что наши дети уже, в принципе, были готовы к таким соревнованиям. Дима еще не до конца определился с будущей профессией, но она обязательно будет связана с программированием. Сначала я хочу полететь в космос, а после этого уже стать пекарем, и роботы будут помогать мне, а программирование будет занимать у меня, по крайней мере, второе место. Впереди у Димы еще один отборочный тур среди победителей регионов. Заключительная финальная скретч-олимпиада пройдет в сентябре этого года в Финляндии. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика.